Любителям науки привет! Сегодня будем улучшать структуру почвы зелеными удобрениями. Поднимая тяжести, активизируем работу мозга и посмотрим ужастик для укрепления иммунитета. Подробности далее. Коллективом ученых факультета почвоведения и химического факультета МГУ имени Ломоносова показана перспективность применения силоксан гуминовых полиэлектролитных комплексов на основе гуминовых веществ угля и торфа как почвенных мелиорантов комплексного назначения. Полученные комплексы характеризуются способностью к замедленному высвобождению аммония, что позволяет рассматривать их как дополнительный источник азота в почве. С другой стороны, ожидается, что они способны модифицировать минеральную поверхность почвенных частиц путем образования органических пленок, гидрофобизующих поверхность почвенных частиц, что должно привести к улучшению почвенной структуры. Исследование позволит вернуть в почву важнейший сельскохозяйственный ресурс – гумус, в наиболее ценном биоинертном состоянии. Силовые тренировки приводят к улучшению работы мозга у взрослых с умеренными когнитивными нарушениями, являющимися предвестником болезни Альцгеймера, показало исследование ученых университета Сиднея. Умеренные когнитивные нарушения связаны в первую очередь с ухудшением памяти, а также других мыслительных процессов. Результаты эксперимента показали положительную причинно-следственную связь между мышечной адаптацией к силовым тренировкам и функционированием мозга у людей старше 55 лет. Чем больше люди будут заниматься тяжелой атлетикой, тем выше шанс, что мы получим умственно здоровых людей в пожилом возрасте. Но тренировки должны быть регулярными и достаточно интенсивными. Это принесет мозгу максимальную пользу. Ученые выяснили, что фильмы ужасов обладают неожиданным эффектом. Они укрепляют иммунитет и даже способствуют похудению. Во время просмотра фильма ужасов мы переживаем то, что вряд ли бы удалось испытать в реальной жизни. Они обеспечивают эффект катарсиса, давая выход эмоциям, накопившемуся разочарованию, утверждает психолог Марк Гриффитс из университета Ноттингем-Трент. Ужастик дает ощущение, схожее с чувством напряженной борьбы или полетов. В кровь выбрасывается большое количество адреналина, который мобилизует иммунную систему и может помочь с потерей веса. Впрочем, предупреждают ученые, не стоит увлекаться подобными фильмами людям, имеющим проблемы с сердцем. Для них всплеск адреналина может оказаться смертельно опасным. Это были самые неожиданные новости науки на сегодня. Пока!